ладно, Питер. Пока. Я сейчас сгоняю в Мурманск дней на 10 и вернусь. Ты не скучай. Ладно? Пока. А я в Мурманск. Какашки. Ну, это как обычно весной у нас в городах. Ну, все, мы поднимаемся. Поднимаемся. Лететь всего 1.5 часа. Правда, уже устала я летать. Даже не то, что летать устала, а вот эти 3 часа утром на автобусе до Симферополя. Потом еще целый день летать. Вон самолет летит навстречу. Сделать покупки в магазине «Скай».
Авиабазы Шоп ассортимент товаров включает парфюмерию, косметику, сувениры, а также продукты и напитки Стависто. Парфюмерию. Для приобретения парфюмерии, косметики и сувениров, пожалуйста, обратитесь. Смотрите, прямо они так близко. До начала снижения самолета. Каталог SkyShop размещен в кармане креста перед вами. Предлагаю вам стать участником программы для постоянных клиентов Аэрофлот Бонус. Подробная информация представлена на сайте Аэрофлота. Будем благодарны за ваше предложение и отзывы о качестве предоставляемых услуг. А вот ангелочков не видно, которые на облаках сидят. И сколько летаю, ни разу не видела. Красиво, да? Я показываю это девчонке. В основном тем людям, которые на самолете не летали ни разу. Ведь это для них в основном снимают. Потому что я-то это вижу. Все равно красиво. Следите за событиями года науки, потому что каждый раз по-разному. Подробная информация представлена на сайте годнауки.рф. Надоели болтать, а нет. Благодарим за внимание. Вот так вот. Так, ну ладно, а то долго. Потом еще, может, чего-нибудь поснимаем. Сколько внизу озер. Сейчас страна тысяча озер. Ой, а на Кольском полуострове, вот в Мурманской области, не меньше озер, чем в Карелии, если не больше. Пасмурный, какой ветрище. Отлетели всего вот на полчаса. Ясно все. Вот все озера, все видно. Все видно, все. Вон облачка есть кучками, и все. Ну, потому что Питер, да, вода рядом, вот они, ветра. Вот она. Пасмурность. Вот смотрите, немножко пролетели совсем. До минут 10, наверное. И вот уже вон, видите, лед на озерах белый видно. Ну вот, я же говорю, вот и все закрылось облаками. Наверное, мурманский пасмурно. Белого цвета. Нет, температуры плюсовые, конечно, он тает, но за зиму сколько снега-то наваливает. Летим уже почти час.
таблетки запила. И все на этом. А то объедим Аэрофлот-то еще. Разориться. Представляете, когда все это растает, сколько будет воды? Эту воду да в Крым. Там вечно же воды не хватает. А тут болото, речки, озера. Да. Вот так, где-то много, где-то нифига. Смотрите, как интересно. Так вот, да, над землей облака, облака. А вон где много воды, пусть даже замерзшая, над ней нет облаков. Получился не полет, а как это, экскурсия «Узнай свой край». Снег с дождем, температура плюс 1 градус. Расчетом на прибытие 19 часов 5 минут. Можно приготовиться к посадке. Ой, у меня истерика. Слабый снег с дождем. Снова Грей. Мы там вправо спали вас в целом. Я не могу. You can request for the plane. Ой, не могу. Да, вот ругаете меня, не живется тебе в Крыму. Что, прилетело? Слабый снег с дождем, плюс один. Ой. Мои хорошие, вы кому не интересно вот это все, что я говорю и показываю вам? Не смотрите, не насилуйте себя. Чтоб потом гадости не писали. Есть люди, кому интересно. Они посмотрят. А так не надо мучить себя. Ну все, видите, пошла облачность. Минут через 25 сядем. Слабый снег с дождем. Нарциссы везла. Саша так обрадовалась. А я туда еще вот эти дикие гиацинты. Ну, коротенькие. Пообрезала и туда тоже повставляла. А они же пахнут просто сумасшедше. Там прям от этого букета такой запах идет. Я из Симферополя летела, меня девушка спрашивает: а у вас так нарциссы пахнут? Я говорю: нет. Там еще маленькие цветочки. Вы обращали внимание, что в иллюминаторе вот на внешнем стекле есть такая ровная дырочка, ну, то есть отверстие. Надо почитать. Ну, я думаю, что это, наверное, для уравновешивания давления, ну, что-то в этом вот деле. Не просто же так она просверлена, эта дырочка. Бортом-то 50 градусов мороза. Давление совсем другое. Я все время на нее смотрю, а потом забываю почитать, для чего.
этот слой войдем. Белым-бело.
девочки, дамы, видите? Господа, наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, thank you for waiting. Произошел ужасный английский стюардесс. Просто за день выводит из себя. Ужас какой-то. Вот оно наше Заполярье-то. Томское водохранилище, наверное. Ой. Ты как тачки, домики. Аэропорт у нас находится в поселке Мурмаши. Мурмаши. Такое какое-то ласковое название. Ну что, мы садимся, ребят. На него тормозят, как видите. Город-герой. Ура, я долетела. Устала, конечно. Ну а чё ж, я вчера уснула в 11 где-то, в 3 проснулась и все. Не могу уснуть. Боюсь проспать. Ну что, так встала? Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в городе Герой Мурманск, аэропорт имени последнего российского императора Николая II. Местное время 19 часов, температура воздуха плюс 2 градуса по Цельсию. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями до выключения табло «Застегнуть ремни». Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы в спинках впереди стоящих кресел и багажные полки. Да, дождик со снегом идет. Обращаю ваше внимание, что первыми к выходу приглашают пассажиры класса бизнес. Ладно. Я прилетела. Вон, видите, желтый ЗИЛ. На нем до сих пор багаж возят. Уже во всех аэропортах вот эти современные. Я не знаю, как они называются, а у нас да, все кидают этот самый, в этот ЗИЛ. Кто посели? Так, сейчас подадут трап и пешком пойдем вон туда, в серенькое. Вон там дверка. Погодка мерзкая. А Костя приедет к 6:30, как написано было в билете. А время 7:00. Ну, смех и грех. Автобус сейчас подойдет, чтобы довести нас до зала прилета. Вот понимаете, раньше всегда пешком ходили и нормально было. Сейчас вот это пока забьешься в этот автобус. Я не могу. И тут выезжает Победа. Прям туда. Тут два шага с другой стороны.
автобус пришел. Ну, вот смех. И 3 минуты ехать на автобус.